А, вот сейчас это мы к основному придем. Или нет? Так два раз должен был быть. Первый после столицы, второй другой. А, вот он, все, понял. Основной, вот он. Ничего там не видать? Омут, да, был?
Интересно, сколько по времени хуярим? Надо час и отдохнуть минут 5, пока обкатывается двигатель. Что, погреемся тогда? Сейчас мы к озерку подплывем там, посмотрим, может, там что будет. Пойму, сколько время было, блядь. 14 минут уже, дяколь. 7-го. Ну, короче, на озерке погреемся. Вы знаете, где оно? Почти до речки доплыли. Ну вот это, наверное, уже бобёр. Нет. Вон еще утка пошла, блядь. Сейчас плюхнется за поворотом, дяколь. По-моему. Вниз пошла. Вон две пошли, блядь. Ёбана в рот. Надо вам, дяколь, было что-то это, на грудь одевать такое. Что-то я забыл вам, не подумал, не сказал. Ты на ноги тоже. Ага, у меня тоже ноги подмерзают, блядь. Можно костер будет развести, если что, да?
Сейчас по навигатору гляну, где мы. Николаевка, наверное, где-то должна уже быть. А? Чё? А? Надо пойти где-то. Так, сейчас, подождите. Здесь, что ли? Ну давайте, а где? Вон туда он. Не-не, вон там вон, по-моему, заливчик есть или чё. Не-не, Диакольд. Или здесь? Дякаль рукой там, или веслом тормознуть об корягу. Ну, сейчас подойдем. Ага, нифига она шатает. Ну, вот, короче, прошли за час где-то. Ну, время, видите, сколько? 6:21, 11:340 прошли. Так, Диакольд, котелок надо на чё-то, или как? Вот, палка жив. А я пойду наверх, поднимусь, гляну брусничник. Полетел, ребятки, видите? Камеры снимали, да? По-моему, да? Вот он залив нахуй. Замерз, дядя. Хули, руки грудак нахуй. Все мерзнет. Я-то сзади сижу.
Нихуя, ребята, нет брусничника. Я, Коль, вот здесь камера светится, не? Не видно? Вон старица тоже. Там сзади. А? Ну, не, просто там тоже еще ниже была маленькая. Такая же херня. А? А хер его знает, я не вижу. А, ну, бутылка. No.